Жители Чувашии приговорили к лишению свободы за совершение преступления террористической направленности. Следственный отдел ФСБ установил, что уроженец Дагестана, проживавший в Чувашии, на своей странице в интернете в 2014-2016 годах разместил более 100 аудио- и видеофайлов, посвященных религиозной тематике радикального толка, с боевыми действиями и участием членов различных террористических организаций. Среди них были и материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки оправдания террористической деятельности. В марте текущего года обвиняемого задержали на территории города Чебоксары сотрудники ФСБ. Северокавказские окружной военный суд назначил ему 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.